Давайте готовность-то присутствует, на готовность пулять. Я каски раздам с шнурков крик на. Кинул рыбу. Ешь. А, нет, ну, Женя или Галя сейчас на варе? Кого там скрипит что-то? У меня есть мяч. Все, чувствую. Я запустил босс сейчас по барабану. На себя черепок кинул. Выйти за мной бегать. Вань, слышишь? Иногда, если сбегать просто вниз, багается, выкидывается инста, поэтому... А. Ну, смотри сам, все молчу, тогда делай, как сказать. Пристабов. А, есть пристабов. Да, да. Первый петух. Когда добежим, нажмем СС или дела. А, первым, короче, встаньте с левого бока все. Да, да. Цепите справа. Короче, ты просто стоишь, ждешь. Давай, и потом с ним прям тянешь вниз. Будем только одного цеплять. Мыга на пулы по ДК по фулам даешь. Что рвать будут просто нещадно. Все, покатили. Встаньте, уприте стенку, все. Аксион. Там воет тотем на мелихосту стафь, если будет возможность. У ДК там нету гибридного спека с когтями. А, окей, понял. Забираю одного. Второго тоже забираю, ладно. Ты... Сразу ударь хоть чем-то, там, на шамана цепанулся. Черепок поставил. Ладно, вышли из инста, обновили. Умерли, вышли из инста, обновили. Короче, не едь на маунте, пешком беги просто и бей их на призме. Женя, шнурки тоже. Спекни с танка. Чмыга, выйди из инста, Лаксар, выйди из инста. Нет, ты с пул хп прибежал вниз, тебя просто с пул хп убили. Ты за текстуру забежал, не успели мы добежать. Заходим. Нет, вы вышли по новой. Преснитесь все, выйдите из инста. Порядок.
там Шуман рехи повесил, они оба бы согрелись и его кипнули с маунта сразу. Я не вешал орехи. Ну или щит свой этот ман обновил, пофиг. И все равно. Я запустил, дал рыбу еще одну жрить. Мань, просто хватает времени, можем по одному мобу здесь, как мы заливали, быть. Смотри сам. Вначале все здесь. Че, как в Трентантном иду? Да. Да. Хуёво. Нормально. Хуёво это мирик без спека танка. Или любого другого. Да, мы хотели танка собрать. Ну типа, блядь, токены хуй вырвёшь. То же самое. Типа, у тебя ОД есть? Я хожу в танке 260, а у меня 4-9. У тебя ОД есть на варе? Нет. Т9, по-моему, само бы никто не забирает. Не можешь выролить токен Голтрана Декса. Который будешь ждать еще пару недель. 9-10 вон спит, реально спокойно можно, Женька, на всякий случай, чтобы был какой-то танк. Не блокер. Нормально, главное, тут я знаю, блокер, типа, еще шмотки другие. Пиздец, столько шмоток будет. Ужас. Ну да. Просто банк кладились. Блокер по факту только на один из нужен. Ой. Не знаю, я ношу с собой два комплекта, мне все хватает. Ну и один еще. Ну, Женя, ты все, Женя, ты все лютый ПВП-стер, у него есть ПВП-комплекс. У меня 4 комплекта. Ну что сказать, купай в шопе сумки на 30. Женя, кстати, хоть один из кола купал? Всех 4 боссов. Это пиздец. Целка была. Ну мы что-нибудь придумаем по поводу второго целка. Да нет, просто понял, в чем прикол. Все, короче, на волю покидали до 50. И из 5 до 50 покидали. Я кидаю 54, а другой кидает 57 и волю забирает, короче. Все пиздец. А вы что, начали? Сразу шнурки справа забери вот этого одного, который без мерки идет. Да. Только прожмись, они там нормально лупят. Блокеры его хоть пробьют. Маги не бьют. Они копии не кидают физон. Все, забирайте. ДК слева, вас справа. А где право? А вам право. Меня бежит. Почему ты спугаснул? Быстрее. Щенки резче. Речь. Контроль по печеньке дайте. Если что бью, а говорю, что хила с ней не будет. Не багаются. Таунт на них не работает, правильно понимаете? Что типа того. Они как-то цепляются за одной целью и все. Их не знаю. Чайпо приехали. Короче, свои сейвы жмете на ДК на варе, будет на орехи накинешь, Саня на Женя накинешь. Я могу спонсоры нажать и побежать. Да, нажмешь. Короче, приготовились бежать. 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Пробую нажать диван. Так все, не приезжай. Даю диван. Все, умирайте все. Лайт умирай, сами умирай.
Мобы на Вайда бегут. Видите, там сагрите еще мобов, чтобы быстрее убили. Запеките в них он. Это время. Все, убирай дела, резь нас. Чмы добиваем на срез. Можешь сразу у шкаф ставить, ставь шкаф сразу. Давай, давай попробую выйти. Не надо. Давай. Долго, времени мало. Поехали. Ну, все, выходи. Войда сумоним. Тыкните. Сами сумоните. Шнурки вставай с тела или весайся. Женя. Блять. Жень. Там тотем на хосту, либо от сил природы. Природа. Тут в ДД, да, иду? Да. Давай лучше пусти. Что происходит на боссе? Кусял этот сова. Стержишь рейндж 10 от всех. Желательно ближе к мелизоне стоишь, но на рейндже. Когда говорю, сбегаешься в мелизон. Готовность. Все, готовы. Поехали так. 3, 2, 1, вперед. На пулы сходу даем. Первым и меня. Мыга и Крукс, наберите немножко раньше, вдвоем рядом стоите. Приготовились сбегаться. Чё стоит, чмыга, сова? Сейчас начнём добежать. Не сидеть, подумать до касти. Слышно. Полиция. Бежали, сбежали. Так чего на месте курвык сцепляешь? Сбежали.
Сбежать. К человеку сбежали с дальним. Ну, пришел. Если следующий от тебя летит, нажмешь глыбу. Во время полета. Эксиона, нормально. Пошли, умерли в трэш. Диван, 2 минуты. Что? Или нормальное что-то выпало? Пощалды не будет. Значит. Что ты говорил, там Фурику хоста нужно будет, да? Фурику, да. Фурику армсу, вернее, да? Армсу Фурик. Нет. Фурику нужна хоста будет. Что там, Фурик или армс играбили? Зачем? Армс. Один из самых дамаживых медиков. Хостайма не нужен, да? Да. Сейчас Фурик. Аккуратно, не бегите за мной, я умру от трэш. Не хильте меня. Вперед, стражники! Начнем резню! Резайте меня. Потом, короче, уже. Прогрыть просто вот эту. Ну, Армс один из самых дамажащих миликов будет. Армс и Рога. Прохильте, дайте баф. Пусти. Дамажит. Она по себе все скинет. Она также в танк спекнусь. Первых топорчиков застанет. Прием, Дексиона. Земля вызывает Марс. Ну, он может КД. Он еще прокидал, по-моему, на прошлом. Кому кинуть? Себе еще раз. Все, с чипком аккуратно. Стопаетесь там же, где и я. Давай топорщик. Давай я первый побегу. Приготовились бежать. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед. Стражники, не мешкайте. Кого вы боитесь? Верни их, если есть. Я заставил. Что, все, Фиксион выбежал. Выбежал. Попали. Чмыга, умри. Все, у нас резкость.
Всем вас леса шкаф нажмется. Суманьте. Рыбу поставим. Пожрали черепок, печенка, ДК заберешь, приведешь к нам в рейд. Двух медведей заберешь в руки и чуть подальше от рейда поставь. Поехали. На медведей? Да. Именно на медведей. По черепку играем все. Вот это ему ванчит. По черепку играем таргетом. Без станов на магах. Шнурки, когда будет 25% у моба, нажмешь стан на 5 секунд. Все по-другому играем, того доклеивают. Там этому ударную волну нужно шпунить. Хотя не, я сам. У меня есть там. Ну, может, дыров не давай. Давай тогда ты. Я, да? Да, да, давай ты. А там ДР на нем. ДР. От мага. Сука. Да, от мага. Он купил. Их надо объяснять, походу. Атеизм, ты будешь форму медведя, Тань. Пускай с пула. Атеизм, от тебя будет зависеть жизнь. Пускай с пула, оград вперед. Че, я танчу? Готовность. Первые шнурки танчит, погрони сорвите. Кашка, бля. Марсес, чё проблема? Чё, дайте там холоды. Его вот туда танчит спиной. Три. Даю, Ваня, добавим пол. Атеизм первый начни танчивать. Да, давай, быстрее. А у Чмыги напомни, когда сейчас будет? В атеизму давайте. Очень скоро вы умрете. Заведи его дальше в стенку, упри. Бля, у Чмыги напомни, не было. Пиздец. Тоже сказали, начинаем танчить, я его прошу. Кто там жесть? Пиздец. Стопните чуть-чуть, он на ДК. ДК, ты забираешь. Забери. Чмыга на пол оставишь на следующую форму. Вара.
форма человека, а не сорведро. На пол можно. Ванчо Гера есть все. Сказал нажать на медведя только что. Может, не слышал. Я не слышал. Я тоже не слышал сейчас. О. Не, его вообще не пробивает под блоки в блокере. Ноль урона просто. Давай спиной повернемся. Не, не надо. Зря их сова по войду гим и начнем. Вань, закинь каску по ДКшнику. Ой, у тебя еще что-то там есть? Угу. А, все. Спасибо. Блядь, будь быстрее! Не забрали просто. Блин, дай БР. Давай, блядь, быстрее, дури. То агро потом набивает, это пиздец. Нажимаешь таун, ты в топе позже. Дайте ему ребаф на хп. Весь. ДК страйся этот. Собирал точно, а то пизда будет. А ты сможешь, что блин? Да. Я тебя с палаху въебал. Ставлю тотем. Спасибо. Может, я не... Я еще что забыл, сейчас тебя закину на всякий случай, как форму медведя, хотя ничего плохого. Если ДК не заберет. Опасного убил. В
смотри, ты кашка там сава кидается, получается, у тебя есть буквально чуть меньше секунды, чтобы забрать. Если провтыкаешь, то не получится забрать. На долю. Умерли, зашли. Болтер бой? Да. Зашли, умерли быстрее. Сочно. Кого-нибудь сейчас тот дрифт есть? Нет. Еще одна смерть, я умру. Ой, не умру, а не будет больше. Резко не спасли дальше. Проблемка. ЗСД есть у кого-то? Что? Зелье свободы действий у кого-то есть? ГГ был, не по-моему. Да, есть. Так кинься ДКшнику одну штучку хотя бы. Ну или у ДК он есть. Там поставили этого Джесси, если что. Так, короче, что сейчас происходит? Мы добегаем до островка. На островке, либо... Что? Спасибо, ничего. Короче, добежали до острова. СС скоро КД на локе или нет? Хорошо, я дам диван на острове, а так добежим про СС. Сейчас на... ДКшники, ты не пьешь ЗСД, я просто тебе даю фридом. Приготовились бежать. 5, 4, 3, 2, 1, вперед. Так, я диван по Войду нажму сейчас, если он добежит, добежал. Все, короче, диван дал, Войд разрезаешь таргет на нас. Ну, сказали так, делали так, мне тоже через пак. Все? 5 мобов. Все, резко. Таргет на чмыга. Так все, на шкаф ставь сразу. Декаф все моли. Это критическая ошибка. Заходи быстрее. Тут убирай танка, да? Тут два танка. Меня самому теперь. Тут и все, она вылетела, да? Я не вылетел. Просто сообщение вышло. Сейчас ждем лока, потом бежим. Я здесь. Давайте готовность на себя, СС Кастани. Танк пьешь ЗСД, потом жмешь все сейвы, потом бежишь. Дайте отсчет на 5 секунд. На месте бежит. Нормально.
Готовились. Вперед. Все, забежали в лекционную лестничность. Фугасный, умри. Бегу на мобы. Все, ресы. Фугасный вставай и воет, наверное. А нет, там воет, шнурки достанет, наверное. Это шкаф. Ты из Масумонил, Курлыкса, Сумоните, Фугасный Сумоните. Саву Сумонил. Его поставил, ешь. Так а сможешь спулить без трэша? Меня засмоньте тоже, меня постоянно забываете. Так а прием, прием. Ты сможешь без трэша босса спулить? Ну, другой человек пускай спулит. Попробуй сам сагрить. Он соберет потом. Сова лапкой, может. Короче, что на боссе происходит? Сова, твоя задача бить сначала тотем, потом рысь, потом босс. В таком порядке. Не кошку, да, танчить, которая выходить будет? Стоишь далеко, я... за танч. Да, и стоять в лице вместе с ДК, уделить урон АОЕшным. Да. Отверните его, все, бьем. Нихуя. Да, Жень. Короче, каждый раз, когда выходит с формы после кошки, ДК, давай даже ДК, прожиматься. ДК, ты будешь жать, кошку держать, все что. Вместе 4 ДК сейчас. Я шава нажму, надо вот на 75 кошку. Да, забыл. После выходит после когда кошка убивали. Ну сам не зипка, не зипка, не зипка. Кошку забирай ДК. ДК кошку. Геру дайте, льем по кошке. Потом. Они он сразу кошка, когда пропадет, сразу прожмись обязательно. И стой вместе с ДКшником урон дели. СС есть, может? Крик на ХП лучше, давай так. Нормально, я ему прожимал. Главное, чтобы он прожимал сам. То есть он ауешит после того, как выходит с формы. Ну, короче, когда кошку убили, он ауешит по второму танку, если не разделить урон. Свои миссии вы нажмите сейчас. Солфсейвы. 3, 2, 1, нажали. И под цветами нормально. Кошки сыграли. Женя, я тебе на следующий раз зубы отдам. Или есть прожимка? Блок обычно. Не, я тогда прожимку отдам, а то умрешь. Скажите, когда у кошки будет 20% здоровья, чтобы... 20% выходит уже из кошки. Да, там еще пару секунд есть.
25. 25. 20. Все, отдал же. ДК нужно, чтобы ты опять чем-то прожимался, либо Ваня тебе его нужно будет засейвить, а то он умрет. Не, ну сейчас. Зипка. О, лучше пусть не зипу отдаст под кошку. После кошки чем. Там просто чмыга исступления, наверное, не снял, поэтому больше урона пришло. Потому кошка. Угу. Не, у меня зубов уже не будет. Сейчас, чтобы ты сам заявился. Где-то секунд после 5 после того, как кошка попадает, он юзает. Можешь отдавать сейв. Сейчас будет того, я ж готова. Все, прошло. Нормально. Тотем разбейте. Идильное колечко. Mm-hmm. О! Колечко. Плюс колечко. Сошли, упали. Короче, понял, как турить босса, чтобы бесстрашен был. Просто надо, чтобы все мобы за стенкой были и не видели тебя. Сам сейчас только в первый раз нормально. На X2 приходишь с челами на 50 тысяч ДПС и убиваешь втроем это принцип. Ну что, зох продать кому-нибудь? Опять. Вот что здесь. Падает воля гера сундучков за 50 баджей. Ну, в принципе, да. Уже да. Чешка падает там тоже. Воля, хуйня. Чешка. Выбить. Раз. Продам чешку. На X4. Покупаю, давай. Ты записывайся. Ну, я хочу сейчас, продавай. Бейте, как голуба. Все по плану. Понял, ну ты чего? Ну. Дальше уже попроще, у нас два мага. Просто ты и следующий бас будет. Короче, сейчас черепок бьем, дикаря до Ксиона поверяешь ничем-то. Идите танками, загрите их. За печенку заферяй, главное. Войт, снова хилишь. Двух минутки нажми.
мишенька. Ладно, я лучше встану, побегу. Наверное. Были бы щиты, повоевали бы. Ты как, грипни вот этого и давай ему оковы пока, да? Его еще станить можно, кстати. Он, что, главное, оковы? Не добежал. Оковы. Лерка, а если... Савару тайпа КД. Нормально, Лера застанет. СС есть? Минуту. Окей, я диван тогда дам. Скидывайте бафы. Не оставаться? Убегать. Ну, закинь орехи, там все приколы побежим. Приготовились, и вы нажмёшь сходу ДК. 4, 3, 2, 1, поехали. Слипы какие-то кидают. Подбегите, кто-нибудь по диван дал. Это рядом Лексион был. Можешь снимать? Все, закинь шкаф с умонем. Фугасно вроде. Или все тут? Не, я оставался там. Вас позакинул вам щитов. И всякой такой херды. Кинул рыбаху. Что-то тем на огонь ставить или ты поставишь? Я поставлю. Крик на ХП будешь давать на силу атаки. Пошли аккуратно. По центру только бегите. Мерка или Морсес на звездочку. Я будет баф, вы должны будете забрать его сразу же. И звездочки косты стараются сбывать, там больно очень летать.
поехали. По чек поиграем сразу. Марсес касты, эти все касты мгновенные. Убить ему. У вас три механики. Первая — тупцинцы. Слева-справа, где мы сейчас стоим от клеток, будут выходить два моба. Одного моба мы будем убивать. Потом с одной из сторон будут выходить дракончики. Тогда я скажу, твоя задача — забить на босса и бить дракончика. Смотри аккуратно с агро, если что, там, хватку природы юзай, чтобы драконы в ротах стояли и не били тебя. Дальше. Вторая механика — это дыхание. Там дыхание бьет супер много, твоя задача не стоять кучно. То есть стоишь, высасываешься по арене и стоишь пачкой. И последняя механика — это бомбочки. Всех телепортирует в центр и накидывает на арену кучу бомб. Бомбы взрываются в мили ранже, то есть они недалеко взрываются. Твоя задача — найти лишнее место и не подохнуть. Где-то одна бомба, может быть две, это мертвый. Дальше, во время бомбочек, вот это вот место, где мы сейчас стоим, и вот те вот проходы, все будут в огненных стенках таких. Подошел к стенке, умер. Стенки будут также взрываться, то есть у них рейндж больше, чем он фейсован. Короче, давай ДК на боссе, шнурки на трэше. Так и будем бить. На ХП давай, чтобы люди выживали. Пока пул нормально, можно на это. Маги поставьте там магические доспехи, эти трялые. Чтобы вы не умирали от каждой хрени. Воет, лучше сапрот выйти. Ой, под сапротом? Чмыга, кидай обмен за сапротом, если что, выбейся. А, ну что, пей сам. Давайте готовность на пул. Сова, слышь, по поводу бомбочек, Ваня тебе сказал, я тебе поставил две метки, ромбик, квадратик. Если не знаешь, как прятаться, лучше первые разы вот тебе на первой бомбочке либо в ромбик, либо в квадратик забегай, когда бомбу появится. И строго в метку. Может, и потом поймешь. Готов, поехал. 3 копей. Хан, первый на пол ДК, да, остальные меня. ДКшка, еще первые мобы 3 выходят, сразу на себя их забирай. Первых 3. Тролля, второго вообще не трогаете. Тролли вышли. Черепок поставил, бейте. Миленни по второму не даете, просто бейте одну. Не спеши, Сова, не спеши. Смотри, сейчас появится место. Вон, за квадратиком можешь побежать. Квадратику, Сова, сейчас умрёшь, отбеги назад чуть-чуть. Повезло. Одну бомбу сломил. Стой вначале в центре, и когда отбежал квадратик, я тебе скажу. Когда бомба будет. Поймёшь потом сам, где он. ДК забирай первого. Походи, спал, он сам не скажет. Не забывайте прибирать мобов. Промораживать не забывай. Стой пока, Сова, стой. Вон, за квадратиком подбеги. Магию можете приморозить? Угу. Женя? Нажми из баундыка. Трэш до легер.
примораживать икону всегда, и это дыр забывается. Ваня, умрешь, если... Женя, подвигайся, чтоб я тебя сейчас диспелил. К стенке не подходите. Ты быстрее тратишь. Следите его, следи под доски. Вот. Зелимина по мне шла, Курвыкс. Первых мобов забирай на чат, дикарка. Сова за квадратиком можешь бежать. Смотри, бомбы появились здесь. Хорошо, молодец. Ребят, больше двигайтесь, когда примороженные мобы вообще могут. Вообще под босса мобов. Там еще тебя. Блять, Женя. Что двигайся? Так начал за стаков не побегай, чтобы я станки тебя отнял. Нажми фирвара. Фермить могу. Нет. Курлык СС на тебе. Стой, Курлык. Женя, мне нечем тебе. 12 стаков надо подвигаться. 10. Что вы делаете? Чего? Слезь сюда, из бомб. Нормально. Дай БР, почмыга сразу не вставай. После дыхания встань, почмыга. Сейчас подышит. Вставай. Рибах на хп дайте все. Будет. Есть еще на ману? Ну, в принципе, у меня их есть. Ну, ладно, давай. Думаю, хватит. Да, а, есть? Да. Если есть тинер, есть, зелей. Я что-то забыл про имя совсем. Смотри, только бомбы сейчас будут аккуратно. Следи за квадратиком. Пристой, Инер, понимаю. Да, престол. Лока забудь, лок может сам восстановить. На секундочку отвлекся.
от бикашника. Пробило больно. Одна упала. О, тапочки упали. Бисовые, при том, что. Ну да, ботинки круто. Но у меня еще, Ваня, есть 45 минут, если точнее. В идеале 40, чтобы еще покушать. Поэтому было бы круто, если мы успели. И да, Андрюху придется напрягать. Собирайте мобов. Вот так.